Привет всем, вы на канале Андро Ньюс. Друзья, если вы хотя бы немного интересуетесь тематикой, уверен, что вы знаете такой смартфон, как Xiaomi Redmi Note 4X. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это абсолютно хит за свои деньги. Во всяком случае, он таковым был. А что если я вам скажу, что за эту же сумму денег есть смартфон, который по технической части просто на голову выше, чем Note 4X? Буквально вчера я вас уже знакомил со смартфоном 360N6 Pro и демонстрировал вам результат нашей работы. Сегодня же я вас хочу ознакомить со смартфоном под названием 360N6 Lite. И я делал на него самые большие ставки, потому что это доступный смартфон просто с шикарным железом. Я уже его полностью протестировал, я знаю о нем практически всю информацию, то есть это будет в принципе полноценный обзор. Но для того, чтобы я занялся его русификацией, вернее наша команда, я должен понимать, что вам нужен такой смартфон. Я думаю, что в конце этого ролика мы с вами все-таки примем решение. Но перед тем, как мы с вами это сделаем, я хотел бы еще раз напомнить, что на нашем канале сейчас проходит розыгрыш двух флагманов OnePlus 5T и Huawei Honor V10. Если вы об этом ничего не знаете, переходим по ссылке в описании и подаем заявку на участие. Плюс я вам хочу напомнить о нашем любимом кэшбэк-сервисе. Если вы покупаете в интернете и до сих пор не возвращаете часть денег со своих покупок, знайте, вы просто дарите свои кровно заработанные. Я предлагаю изменить ситуацию. Работает все это просто. При покупке вами чего-либо, кэшбэк-сервис получает вознаграждение от магазинов и делится им с вами. Таким образом, вы можете вернуть до 30% своих денег. Выводить деньги со своего личного кабинета вы сможете любым удобным для вас способом. Детальная инструкция будет в описании под этим видео. Сейчас действует акция при регистрации премиум аккаунт в подарок. Рекомендуем. Приезжать он к вам будет в обычной картонной упаковке, внутри которой, кроме смартфона, имеется блочок без поддержки технологии быстрой зарядки, USB кабель и иголка. По внешнему виду, тут еще старый форм-фактор, то есть его дисплей не вытянутый. Вот как он смотрится рядом с Redmi 5 и Redmi Note 4X. Так-то его габариты немного компактнее Note 4X. Задняя крышка выполнена из металла, но рамка полностью из пластика. В целом можно было бы расстроиться, но сборка достойная, никаких зазоров и скрипов нет. Насчет дизайна тыльной панели, тут дело вкуса. Мне такое исполнение нравится. Механические кнопки не шатаются, нажимается туго, плюс на кнопке питания имеется фактура, что очень удобно. На нижнем торце имеется микро-USB порт, аудиоджек и мультимедийный динамик. На верхнем торце второй микрофон. На левой грани комбинированный лоток для двух сим-карт и карты памяти. Мне нравится, как тут производитель обыграл сенсорные кнопки, особенно круг по центру. Он служит в роли индикатора событий. Подсветки боковых кнопок нет, светится только кружок. Подобное решение мы видели в смартфонах Nubia. Выпускается девайс в двух цветах, черном и золотом. Во всяком случае сейчас дела обстоят именно так. Сначала вроде бы был еще белый цвет с серой крышкой. По дисплею тут 5,5 дюймов с матрицей IPS и разрешением Full HD. Если делать сравнение с экраном Redmi Note 4X, у N6 Lite белый цвет более естественный и максимальная яркость больше. По насыщенности тоже все отлично. Но есть у этого дисплея один минус. Под углами белый цвет начинает уходить в теплый оттенок. Я им пользовался какое-то время, и лично для меня это не критично, потому что я всегда смотрю на экран под прямым углом. Но некоторым этот момент может не понравиться. По интерфейсу тут все в точности, как и у N6 Pro. Только появилась возможность активировать Edge панели, но это я ее так назвал. По сути, это дополнительное меню быстрого доступа к выбранных вами приложениям. Все работает шустро, даже в тяжелых сценариях, когда открыто множество страниц и приложений. Скажем проще, специально я ни разу не чистил диспетчер задач, потому что система лагала или были какие-то сбои. Мне нравится, что несмотря на то, что это бюджетник, все фишки интерфейса остаются без изменений. То есть вы также можете сделать детальную настройку цветов дисплея и так далее. И все это действительно работает как нужно. Google сервисы можно активировать прямо в настройках, просто передвинув ползунок. То есть если вам, по сути, не нужен русский язык, данным смартфоном можно пользоваться уже сейчас, только предварительно нужно удалить всю китайщину с рабочего стола. Сканер отпечатков срабатывает не хуже, чем у последних Redmi от Xiaomi. Теперь самое интересное, начинка смартфона, ведь именно из-за нее я обратил внимание на этот аппарат. В то время как даже свежий Xiaomi получает Snapdragon 625, другие компании уже ставят 630. И с одной стороны это невесомое отличие, но все же отличие. На бумаге это новый тип оперативной памяти, новый видеоускоритель и лучшая энергоэффективность. Если на 625 всегда работает 8 ядер на одинаковой частоте, на 630 4 на повышенных и 4 на пониженных.
то есть применена технология Big Little. Не хочу вдаваться в более детальные подробности, но разница действительно есть. Плюс этот смартфон продается сразу в комплектации, на борту которой 4 гига оперативки и 32 гигабайта постоянной памяти. И в принципе он продается только в этой версии. Для начала я вам покажу результаты в синтетических тестах, ну а после сделаем тест на практике. Даже в синтетике разница заметна, особенно по графике. В танках можно смело играть на максимальных настройках. Стабильно показывает 40-60 кадров, в зависимости от локации. И только в самых сложных сценариях есть просадки до 25 кадров, но подобное бывает крайне редко. При этом после получаса игры смартфон становится еле теплым. Redmi 5 Plus в этих же сценариях показывает себя намного хуже. В среднем держится 25-40 кадров, опять-таки в зависимости от локации. В тяжелых сценариях бывают просадки вплоть до 17 кадров. Поэтому разница между этими процессорами заметна не только в бенчмарках, но и на практике. Но, как я уже сказал, главный козырь 630-го снэпа – это энергоэффективность. По времени автономной работы, в общем, таблица с разрядом у вас перед глазами. Согласитесь, разница ощутимая. При моих сценариях использования данный смартфон живет 2-2,5 дня. Уверен, что если вы будете пользоваться смартфоном менее активно, а я уверен, что вы именно так и пользуетесь своими гаджетами, у вас он будет жить приблизительно 2,5-3 дня. Я просто шокирован вот такими вот результатами. Как я уже сказал, быстрой зарядки нет. Поэтому до 100% аккумулятор заряжается приблизительно за 2 часа. За полчаса на 27%. Я считаю этот результат хорошим. Что касается камер, смартфон получил основную камеру на 13 мегапикселей и фронтальную на 8. Сравнение я делал с Redmi Note 4X и Redmi 5 Plus. Стандартное приложение камеры в этом смартфоне не показывает каких-то ошеломительных результатов. Плюс-минус уровень Redmi Note 4X. При кропах даже виден перевес в сторону Xiaomi. В нашей прошивке мы хотим установить приложение камеры от Google. Уверен, ситуация изменится. Но по видеосъемке и автофокусу 360 N6 Lite выигрывает у своих конкурентов. Фронталка тут средняя по качеству, ничего особенного о ней сказать не могу. Все исходники будут в описании под видео. По звуку мультимедийный динамик в этом смартфоне звучит плюс-минус как на Redmi 5 Plus. Если сильно уж вслушиваться, вот и ставить этот вопрос принципиальным, то на Redmi звучание немножечко чище, то есть, ну, это незначительно. Вот, по звуку в наушниках звук такой же, как и на Redmi 5, на Redmi 5 Plus, и я считаю, что за эти деньги звучит круто. Как телефон, данный смартфон работает отлично, у меня нет претензий ни к качеству микрофона, ни к качеству разговорного спикера, ни к качеству приема сигнала. Ну что, я в принципе готов подводить итоги. Что мне понравилось в этом смартфоне? Первое, стоимость. Сейчас поставщик предлагает цену $127 вне зависимости от расцветки, не включая доставку, профит продавца и комиссию PayPal. Со всеми этими комиссиями стоимость составит около $147-150. Учитывая технические характеристики смартфона, это просто шикарная цена. Второе, производительность. Третье, время автономной работы. Тут действительно какая-то мистика, но смартфон живет нереально долго от одного заряда. Что не понравилось? Первое, нужно тратить время на русификацию. Ну это в моем случае. Второе, микро-USB порт. Третье, фотографии вот так из коробки, без гугловской камеры и прочих шаманских штук, получается хуже, чем на свежих Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Я искренне хочу заняться этим смартфоном, ну потому что он действительно годный. Я понимаю, что тут рядом есть Redmi 5 и Redmi 5 Plus, это крутые смартфоны за свои деньги. Но здесь лучше процессор, лучше время автономной работы, и это принципиально другой смартфон. Уверен, что если над ним немного поработать, установить гугловскую камеру, русифицировать, разлочить нужные частоты, этот смартфон станет действительно бестселлером. Давайте сделаем так. Если под этим видео наберется 10 тысяч лайков, то мы берем и занимаемся этим смартфоном. Я думаю, что нам все это дело нужно будет 2-3 недели. И я, в принципе, налажу вопрос с поставщиком, то есть с покупкой этого смартфона, с нашей прошивкой и так далее. В общем-то, все будет по протоптанной тропинке, так же, как и с 360 N6 Pro. Поэтому давайте вместе решим, нужен нам такой смартфон или нет. Ну а пока что я еще раз напоминаю о нашем розыгрыше OnePlus 5T и Honor V10. Переходим по ссылке в описании и подаем заявку на участие. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.